Что является для нас жизненным уроком? Кто-то скажет, что проделки Вселенной, которая не просто так подкидывает препятствия, кто-то посетует на судьбу, что она незаслуженно бросает вызов, ну а кто-то вспомнит карму, работающую как зеркало. На чужом несчастье счастье не построишь. Но это все философские размышления взрослых, которые стараются найти причину несправедливостям. А как объяснить ребенку, почему так плохо бросать друга в беде? И кто действительно твой друг? И почему иногда так хочется плакать от странного ощущения в груди? Ты чего это? А то конфеты там. Откуда? Маме на работе подарили коробку конфет. Она убрала ее на шкаф. Я видела. Лезь сюда. Меня приподними, а я попробую дотянуться. Ну, давай попробуем. Кыш! О, класс! Молодец, пошли! Ага. Стул к столу поставь. Ага. Ой, мам, заходи, заходи, садись. Устала с дороги? Очень устала. Ой, я еще ничего не успела приготовить. Но сейчас мы с тобой чаю быстренько попьем, а потом я борща наварю. Ой, мам, как хорошо, что ты приехала. Доченька. У меня тут где-то конфеты были. Девчатам стараюсь моим сладко это больно не давать. А то они у меня и так что-то меры не знают. Вот и приходится прятать от них сладости. Ой, думаю, мучного им поменьше давать. Нашли. Ну, сейчас я им. Да ладно, доча, я тут пирогов принесла. Где конфеты? Я не брала, это все Арина. Чего? Ничего я не брала, это все ты. Так, хватит, значит, я их взяла, да? Что в комнате происходит? Я ведь просила прибраться. Ну неужели так трудно свои вещи по местам разложить? Вот мне почему-то не трудно каждый день на работу ходить, кушать вам варить, мыть за вами, готовить, убирать. А вы даже свои собственные вещи положить в шкаф не можете. Ну сказала же я вам. Ну нельзя вам сладкое. Да вы же скоро своего лица разглядеть не сможете. Щеки, глаза перекроют. Идите с бабушкой поздоровайтесь хоть. Да че с ней здороваться? Недавно ж приезжала. Да бабушка с вами с пеленок нянькается, всегда помогает, чем может. Вы даже поздороваться не можете? Вот с деревни пирожки притаранила. А где пирожки? Давай, иди уже! Хватит кипиш устраивать! Зашла, взяла, сделала вид, что ничего не сделала, и вышла!
этот, о, можешь еще поинтересоваться там у продавчицы, что там есть, что там нет. Ну, ты поняла, да? Вот. Да хватит уже, она сама говорила, что не раз это делала. Так это реально проще простого. Вот увидите. Здрасте. Да, да, можно. И эти... Скажите, а белого шоколада нет? Так вот же он, перед тобой. Он пористый. Там нет пористого шоколада. Так, это возьми. Девочка! Девочка, ну-ка стой! Кидалова. Еще друзья называются. Милан, а можно я с тобой буду делать? Ну, давай. Приклеивай аккуратно. Нечаянно, прости. Всегда у тебя так. Нечаянно. Криворукая, иди отсюда. Но я же нечаянно, я же хотела помочь. Нашлась помощница. Спасибо, без тебя обойдусь. Подумаешь, деловая какая. Сама, так сама. Вот иди куда подальше. Я без тебя обойдусь, и даже лучше. Без тебя вообще лучше! И не надо за дверью хлопать! Это как так? Отпусти! Нет, отпусти! Нет, нет, отпусти! Вы чё её сюда притащили? Она отдавать не хочет! Визжать начала! Так, гони деньги! Нет! Убежать она решила за пятый двор. У меня ничего нет! Меньше надо было в школе языком трепать!
Что ты делаешь? Так же нельзя! Отдай мой рюкзак! Слышали мы, как ты вчера своей подруженьке хвасталась, что накопила на новую коллекцию кукол. Дорогие, наверное. Все, иди. Тяжеленькая! Ты плохой! Так нельзя! Я все родителям расскажу! Вас посадят! Иди отсюда! Вообще! Я ничего не брала, отстаньте, ничего не докажете! Привет, ты откуда тут? Я не понял, это вы откуда тут? Я вообще в гаражах был. Вы кто вообще такие? Я София, это Милана, моя сестра. А эту девочку зовут... А эту девочку Катерина вообще-то зовут. Мы тоже были не здесь, а потом очень резко и неожиданно здесь. Эй! Как хорошо, что мы вас нашли. Так долго здесь ходили. А вы здесь как оказались? Понятия не имеем. Мы вообще дома были. А вы тоже сестры? Да. Я Арина. Я Лиза. Значит, никто не понимает, что здесь происходит. Давайте вспомним, кто что делал перед тем, как попасть сюда. Может, это нам, не знаю, там чем-нибудь поможет. Ну, мы делали поделку. Потом разругались и чуть не подрались. Ну, я по гаражам бегал. Короче, отобрал одной девочке деньги и сбежал. Вы только не подумайте ничего такого, я просто так поприкалываться решила. В общем, стащила из магазина шоколадки. Вот. Я, кажется, начинаю понимать. Судя по всему, мы здесь оказались за то, что сделали ужасные поступки. Странно, конечно, но мы же все-таки здесь. Надо как-то выбираться. А вы с какой стороны пришли? Так, понятно, что ничего не понятно. Пойдемте туда, например. Куда-то ведь мы должны прийти. Делаем так. Идем только прямо, не отстаем, смотрим по сторонам. Вдруг кто-то что-то заметит, сразу говорим. Усвоили? Кстати, если это кому-то интересно, то меня Андрей зовут. Для ориентира. Ну чё, встали, пошли. Приехали. Давайте разделимся. Если мы найдем тропу или дорогу, тогда подадим знак. Например, разожгем костер. Вы увидите дым и придете к нам. Ну и наоборот. Как зажжем? Ну, палочку друг от друга потереть. Отличная идея. Я согласна. Кто в моей группе? А ты идешь в другой группе. Ну, давай я с тобой пойду. И я. А сколько сейчас времени? Ни у кого с собой часов нет? И телефона ни у кого нет.
Ладно, пошли. И чё смеетесь? Я просто перед выходом из дома ничего не поел. Не переживай, скоро все за животы хвататься будем. Если бы мне кто-то рассказал, никогда бы не поверила. А я такое в кино видел. Главное, чтобы здесь после захода солнца не пробудились всякие зомби и другие чудовища! Надеюсь, до этого не дойдет. Как же так получилось, что даже телефона ни у кого с собой нет? Я вообще не понимаю, сколько времени. Мы все оказались здесь в разное время. Сколько мы ходили по полю? Кто-нибудь может определить? Облака не двигаются. Они вообще с места не двигаются. Смотрите, там кто-то идет! Не может быть. Вы что, шли не прямо? Нет, все шли прямо. Ой, мамочки, пора признать, что мы находимся в необычном поле. Но такого не бывает. Помимо того, что мы сюда как-то телепортировались, так еще в этом месте нет края. Это просто сплошное поле. Просто поле! Сколько времени прошло? Это не у меня. Это у меня. Есть хочется. Надо думать. Я тоже. Жалко, что телефона ни у кого нет. Я бы маме позвонила. Она бы приехала и забрала нас всех. Я кушать хочу. Я тоже. Если будем тут сидеть, точно умрем от голода. Пошли в другом направлении. Да, надо двигаться. Может, еду какую-нибудь найдем? Вместе пойдем или разделимся? Вместе. Пошлите вместе. Вот туда зайти, а то я скоро в обморок упаду от жажды. Хочу. Думаешь, я не хочу? Терпи. Фу. Ребята, я больше так не могу. Мы идем в никуда. Конца и края нет. Вообще ничего нет. Даже облака до сих пор не двигаются. Давайте передохнем. Я скоро начну траву есть. Смотрите, что нашла!
О, класс! Ничего себе! Вот это да! Давайте разделим как-то. Спасибо. Ну вот, перекусили хоть чуть-чуть. А это на всякий случай с собой. Смотрите, он опять полный! Секунду назад тут ее не было. Блин, не получается. Дай я попробую. Странно, а дверь как у нас дома. Угу, у нас тоже. Ну что ж, дверь как дверь. Нечестно, почему ей можно? А помните, она говорила, что попала сюда за воровство. Она не пожалела и поделилась с нами едой. Но еды же в итоге было много. Когда она делилась, то она не знала этого. Значит, нужно исправиться, чтобы выйти отсюда. А как это сделать в пустом поле? Кому здесь что доказывать? Там кто-то идет! Малыши, как чудесно, что я услышал ваши детские голоса. А как вы услышали так далеко? Ветер гуляет по полю и разносит ваш детский аромат. Вы еще пахнете местом, из которого прибыли. Как вас зовут? И как вы узнали, куда идти? Сегодня чудесная погода для новых знакомств. Я-то думал, у вас здесь целая ватага. А на деле мне приглянулось... только одна. Не бойтесь, малыши. Сначала вам страшно, потом вы ко всему привыкаете и даже начинаете видеть границы. Мне так грустно одному. Составишь компанию? А я сказал, ты пойдешь со мной! Быстрей! Убегайте!
молодец! Спасибо тебе! Так было страшно! Дверь? Кажется, это для тебя. А как вы без меня? А вдруг он вернется? Не вернется. Это было твое задание. А это точно та дверь? Какая-то дряхлая. Да, это она. Что теперь делать будем? Не знаю. Предлагаю идти. То, что нас должно найти, то нас и найдет. Так больше не может продолжаться. Мы так 100 лет ходить можем. Ну, давайте передохнем, подумаем, что можно еще сделать. Ай! Что ты там нашла? Камень красивый. Заберу себе на память. Да мы еще не выбрались, чтобы что-то собирать на память. Я просто верю в лучшее. Конечно, Миланочка, как всегда, насобирает всякую красоту. Успокойтесь, не время для ругачки. Девочки, не ссорьтесь. Да ты мне уже надоела. Вся такая аккуратная, все у тебя получается. Ой-ой-ой. Да, потому что ты ничего не умеешь, неумеха. Сама ты. Что? Ты только крушить все можешь. Я просто не умею, как ты. Ты вся такая аккуратная, находишь что-то красивое и бережешь это. Прости, я бы и сама не прочь с тобой что-то делать или делиться. Просто ты немного нетерпеливая. Вот и валится у тебя все из рук. Хочешь, мы можем коллекционировать что-то вместе. Или доделать эту поделку вместе. Правда? Правда. Мне так даже интереснее будет. Мне казалось, что ты нарочно мне все ломаешь. Честно-честно, я буду делать все аккуратнее. Девочки, дверь! Скорее! Она рушится! Торопитесь! Это ваш шанс! Девочки, кажется, вам тоже нужно поговорить. Дверь разваливается! Мы можем не успеть. Это все ты со своими конфетами. С моими? А кто их лопал за обе щеки? И вообще, почему, когда мама спросила, кто взял эти чертовы конфеты, ты все на меня свалила? Мы же их вместе съели и вместе достали. Давай успокоимся. Прости, что так вышло. Я испугалась. Нам и правда пора перестать есть много сладкого. Пока мы ходили по этому полю, я чуть не задохнулась. А помнишь, как мы удирали от этого сумасшедшего? Я еле бежала. Да, я тоже. Вот они конфеты, что с нами делают. Так к маме хочется. Там еще бабушка приехала, а мы с ней даже не поздоровались. А помнишь, когда у меня зуб болел, она меня к себе прижала и долго на руках качала. И боль прошла. Мы даже с ней не поздоровались. Поздороваемся ли когда-нибудь теперь? Поздороваемся, конечно, не плачь. Вот приедем домой, обнимем бабулю и маму. И папа потом приедет, его тоже обнимем. Вместе сядем чай пить, только без конфет. А я первым делом уборку в квартире сделаю. Дверь!
выпусти нас, нам надо дома уборку сделать. Я тебе помогу. Как жаль. Эти малыши обретут счастье. Порой бывает трудно и нелегко идти. Держи за руку друга, и солнце встретишь на пути. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Пройдут твои тревоги, что встретишь на пути. Будь сильным и отважным, не отступай, иди. Иди за тайны следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты будешь сомневаться, пугаться и метаться, но пусть усталость не собьет тебя с пути. Ты трусости не зная, уверенно ступая, иди к своей мечте, иди дорогою добра. Иди к своей мечте, иди дорогою добра.